Марине Кучеровой 80, и вот уже 40 лет она трудится в амбулатории поселка Развилка. Она считает, что главное качество медицинского работника – любовь к профессии и внимание к людям. И немножечко быть психологом. Надо видеть, кто перед тобой и как с ним разговаривать. Вот тогда у вас будет контакт. С детства Марина Васильевна мечтала работать в медицине, поэтому прошла курсы медицинских сестер от Красного Креста. Она всегда добра к коллегам, помогает новеньким в коллективе, обучает нужным навыкам и дает советы, как общаться с пациентами. Когда я пришла сюда, меня приняли очень тепло, быстро помогли адаптироваться, в чем оказала мне большое содействие наша драгоценная Мария Васильевна. За все то время, которое я работаю, у меня всегда только положительный отзыв о ней. Поздравил заслуженного работника заместитель главы округа Герман Колыванов. Он вручил юбилярше букет цветов и подарки от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы округа Станислава Катарова. Всю жизнь, можно сказать, посвятить помощи людям. 50 лет, да. Спасибо вам большое за ваш труд. Да. Василий Гордеев, депутат Ленинского городского округа, также поздравил Марину Васильевну и пожелал ей крепкого здоровья. А коллеги подарили имениннице портрет и сказали много добрых слов в ее адрес. Мы очень ценим ее, гордимся ее за ее опыт, за ее стаж работы, за ее отзывчивость, ответственность и за ее добрые человеческие качества. Марина Кучерова, несмотря на свой почтенный возраст, уходить с работы не собирается. Признается, что она заряжается энергией от своих пациентов. Олеся Мордвинова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.